Знаете такое выражение? Беда не приходит одна. Мало мне, что у меня сломано, посудомойка не работает, чайник подтекает, так еще и аккумулятор сел в автомобиле. Вчера мы машину не завели. В общем, поставили его заряжаться и сходили к соседям наверх. Ну, у них есть автомобили, это у которых собака. Я у них попросила зарядное. Они с удовольствием нам дали и сказали, что можете возвращать тогда, когда он вам вообще не потребуется. Ну, понятное дело, что мы либо аккумулятор новый будем покупать, либо будем зарядное покупать для аккумулятора. В общем, я же говорю, беда не приходит одна. О, работает. Ну тогда всем привет. Меня что-то телефон заглючил. Я не поняла, что он запись не записывает, не ведет. Мы с Миленой в магазин собрались, чтобы Тебе помочь. же помоги. Руслан целыми днями на работе, а мне нужно купить продукты, пустой холодильник. Позвала с собой Милену, хочу прям с тележкой все купить и прям с тележкой к дому приехать выгрузить, потому что у меня больное плечо, и я не хочу таскать. А мне там надо, знаете, и молоко, и масло растительное, в общем, целую кучу всего. У нас есть брелочек из Альди. Мне там не засунуто. Давай, вези телегу. Маску-то сними уже, мы вышли из магазина. Что мы тут набрали, в общем, я же говорю, холодильник пустой, нужно было брать все. Я все их взяла. Милена раскладывает покупки, покажу, что взяли. Так, из фруктов я взяла бананы, яблоки Яна Голд, они были сегодня по акции. Виноград я его тоже попробовала, этот сладкий, как, не знаю, но он с косточками, тоже был по акции. Взяла яйца, что-то я не увидела, я беру обычные яйца, они, по-моему, по 7, а это я взяла на вольном выбегу. И, в общем, они стоят там 9 почти с чем-то. В общем, я не увидела, уже на кассе стояла, думаю, ладно. Взяла лазанью, Милена любит. Чипсы вот эти, она говорит, спайси паприка. Говорит, вкусно, не знаю. Так, что я взяла? Я взяла фарш из мяса, взяла индейку и взяла форель. Так мне что-то форели захотелось. Я вчера где-то увидела ими, короче, очень захотелось. Колбасы взяла этой краковской. Что тут еще у меня? Два молока, два кефира, сметана, творожок, листья салата, хлеб, творожки такие и упаковка семечек. Все. За все это мы заплатили, по-моему, 113... А, вот, чек, 113 злотых. Да, 113 злотых. Вот у нас вышла скидка, всего 4 злотых вышло. Так, вот из этой индейки буду сейчас готовить... Назову это рис с мясом, потому что это будет не плов. У меня даже нету приправы для плова. У меня будет, значит, я буду использовать индейку. Потом вот эти приправы, которые у меня здесь есть. Гранулированный этот чеснок. Сладкая паприка. Приправа для ребрышек. Куркума и барбарис. Также у меня есть кусок перца, который остался от борща. Я его тоже туда добавлю. Две луковицы буду использовать и две морковки. То есть у меня будет такой больше не плов, а будет рис с овощами. Рис я использую вот этот.
сейчас пока чистила рыбу, ну, эту шкурку, шелуху, чешую. Вспомнила, что хотела по акции купить бедренки масла, которое я обычно покупаю. А мы пришли в понедельник вечером, а масла уже не было вообще вот этого. Сейчас покажу. Вот это я покупаю с такой крышечкой. И значит, это уже не было. И думаю, ладно, приду потом как-нибудь на неделе. И думаю, сегодня куплю. Как раз взяла ж тележку большую, чтобы и масло купить, там и все. И, в общем, масла-то нету. И там одна женщина подходит к продавцу и спрашивает, а масла нету уже вот этого? Они говорят, нет, еще не подвозили. А я ей говорю, что это. Я говорю, с понедельника уже масла нету. Не то, что там не подвозили. Так что иногда акции кажется, что там много. На самом деле нужно в первый день идти, чтобы взять вот это по акции. Чик-чик-чик-чик-чик. Плавнички-то сейчас подрежу. Вот и все. Сейчас я ее быстренько и пожарю. Мясо у меня поджарилось до золотистой вот такой корочки. Я его специально так поджаривала, чтобы оно не было бледное. Вот. Видите? И добавила сюда сейчас овощей. Все это буду жарить. Потом в конце добавлю приправы, положу рис и оставлю уже тушиться. Не знаю, что получится, но должно быть очень вкусно. Вот смотрите, я очень удобно про эту зелень, я вам как-то показывала. Я нарубила, потом просто вилочкой достала и положила сюда. Все, замечательно прям. И рыба моя готова, я ее просто пожарила. Соль, перец и мука. Начистила еще картошки, хочу пюре сделать. И на этом все, думаю.